Ленинский районный суд приостановил эксплуатацию здания торгового центра «Адис» на 5-м километре Балаклавского шоссе. Также суд запретил передавать помещение третьим лицам для использования. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда. Такие ограничения были приняты в связи с рассмотрением иска прокуратуры к индивидуальному предпринимателю из Единовой. Надзорное ведомство пришло к выводу, что торговый центр работал с грубыми нарушениями градостроительного законодательства. Проверка показала, что разрешения на ввод здания в эксплуатацию нет, уточнили в пресс-службе Ленинского суда. Представители МЧС выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.